Вот умер кто-то. Пишут же, ушел. Ушел? Тогда куда же, разом сгинув? Евреи верили, что где-то есть шаол в загробном общежитии, как бы кабинки. Народы разные по-разному толкуют. Их заблуждения, ереси не будем разбирать. Мы православные и верим в быль такую. Есть рай и ад, где грешники горят. Неправду слышим, будто бы никто не возвращался вовсе из загробной дали. Не соглашаемся опять на все на сто. Есть две сестры, что Лазаря дождались. Пропитанное смрадом, зловонием полотно развязывали и снимали те, кто рядом. По вере нашей запах тот глотнем, хотя бы мысленно, и с ужасом отпрянем. То грозный Илия, то Елисей Плешивый выпрашивали души деток отошедших. Вдовы Наинской сын и шустрая Тавифа безбожникам затмилась это плешью. Нет проку жизнь за гробом отрицать, все ограничивает своей могильной ямой. Смотри, душа, не попади в просак, когда лукавые в гиенский жар потянут. Богач в аду корежится от боли, полкапли влаги жаждет на язык. И где теперь его шикарное застолье, все то, к чему при жизни так привык? Не отрицай, вникай в евангельский сюжет, экранизируй жуткое своим воображением. Поверил, осознал, нет выхода уже. Успешный в теле был, окончил поражением. О смерти слыша, применяй к себе. Уйдем, и к нам припишут отходную. Приди к Христу открыто, не робей, иначе не раскаянных смерть в одночасье сдует. 29 ноября 2008 года.